Хотим показать вам. Вчера папа собрал... Вчера, да? Да. Вчера папа собрал детям. Максиму, ну он что-то весь... А? Весь день разбирает Максим. Что, скажи, я мог разбирать? Такие велосипеды Василисе и Максиму купили. Это что, вязали? Да, уже выросли. А зачем ты, сынок, разобрал сидушку? Что-то делает, да? Ну, понятно. Ну, проедь, Василиса. Максим разобрал свой. У Василисы такой красный. У Максима синий. Спортсменка. Не, а ты их просто, не так. Угу. А здесь папа помогает Косте. Собирает другие велосипеды. Детям. А? Меняют колеса, да, тебе? Да. Одна большая, другая маленькая. Где Моника? Где? Моника? Почему? Ульяне взяли тапочки в лагерь. Красивые. На Валборе. Красивые, да, очень. Мне понравились. Да. На Валборе? Я заказывала без Ульяны, самовольно. Заказала, думала, какие для девочки заказать. Шлёпанцы. 1800 с чем-то они стоят. Mm-hmm. Да. Такие нежные ножки для девочки будут, да? Ты довольна? Да, я очень довольна. Они сейчас мои прикольные. Это тебе, доченька. Спасибо. Ау. Ой. Василиса сразу цела. Ну давай, Максим, тебя тоже чмокну. Ты мой такой. Ой, Костя бежит. Тут как тут? Поцеловаться-то вы, конечно. Первое. Это хорошо. Что-то папа несет, что-то. А, чемоданы инструментов. А что тут, папа, у них? Что вы разбираете? Да у нас там колесо надо вставить, чтобы А-а-а. Не сдут Я что-то на себя не смотрела. Ну а чем занимаюсь я? Я пеку пироги. Они собираются пить чай на улице. И я жарю пироги. Сейчас они наливают чай, детки. Будут пить пироги с чаем. Ой, как красиво. Все гуляют, темно. Одни велосипедисты. Я напекла пирогов. Дети несут. Время без 15:09. Я, знаете, вам что скажу? Вот эта стопка, это кипяток. Вот тут теплые. И там теплые. Ну, кипяток можно в последнюю очередь. Всех зовите, давайте всех. Они все здесь. Давайте. Присаживайтесь. Одно блюдо туда ставьте. Вот это маленькое туда ставьте. Валера. Мама не будет. Туда то блюдо ставьте. А Ваня маленький. Ваня, садись с папой вон туда на диванчик. Максим, садись. Вся семья в сборе. Но это ненадолго. Совсем скоро. Совсем. Уля, ты куда, дочь? Туда? Дети, да тут лишний. Я же вам сказала, мне не наливать. Максим, пальчик вытащи изо рта. Угу. У нас приехал Валера. Привет, сынок. Это не булочка, сын, это пирог. Да прямо так не ели, да? Вся семья, но в четверг уже целая гвардия деток уедет. Я, если честно, в глубоком стрессе. А мы собираться будем? Что? Сегодня собираться не будем? Ой, дочь, сегодня уже нет. Мы успеем, у тебя еще сумки нету.
сумки нет. У Анютки, у Анютки есть сумка, у тебя нет. Завтра мы с папой только приобретем, скорее всего, сумку. Ау! Она и что? Картошечка с фаршем, с котлеткой с фаршем. И тесто, и все. Пирожки большие, я же сказала. Очень вкусно, дочь? Да. Очень вкусно. Ты рад, сынок, что ты дома? Да. Да, не думая. А почему это? Очень. Родители в лагеря не отправляют. В лагеря? В лагерь, да? Не, лучше в санаторий. В санаторий, да, дочь, да. По идее, это надо родителей отправлять. Как тебе было в больнице, сына? Да пойдет. На камеру говорит, пойдет. Настоящий мужчина. Нам говорил, очень скучно. Мама, ответ! На вторую смену поедешь? А кто немножечко упустил из виду, потому что в комментариях спрашивали, когда я говорила, что жду Валеру, пеку торт. Торт вкусный был? Вкусный. Да, да, кричат. Там, кстати, еще кусочка два есть в холодильнике. Она только вкусно готовит. Че-че еще раз? Подписать сама. Подписать. Подпишитесь на маму. Вкусно готовит, а ты трындычиха. Я подписался. Ой, беда. Да. Там есть, кстати, один пустой на один пирожок. Да, я же вам сразу сказала, вот в этой стовке вот только кипяток, а это не кипяток. Ну нет, конечно, ну из той тарелки доставайте. Я в одну стопку последнюю сковородку выложила, а остальное тепленькое. Ну, они все горячие, потому что я же их все пекла. Это фарш. Почему не попадается? Перемешанное мясо с картошечкой. Просто... Нет, у тебя не просто... Да ты моя умница. Так вот, тихо у нас. Сверчки. Сегодня мы, кстати, убрали 4 курочки бройлерных. Одну бабушке с дедушкой Снежана утащила, ощипанную. А три мы разделали. Такие примерно, папа взвесил 3 килограмма. Я после лёгка утащила. Курицу видно и не видно. Да, да, дедушка. Все они больше 3 килограмм. Все больше 3 килограмм. Ну, 3-300, 3-400, вот такие. Ощипанных уж. Конечно, дочь. Все разные. Вот вы у меня за столом сидите, тоже все разные. Да. Они столько мы килограммы их собрали. Я не знаю, мы с папой держали, когда в Бурятии, когда мы еще были только вдвоем. У нас, ну, вы очень... Держали, тоже держали. Нет, держали, но я вспоминаю, что они у нас на вольных хлебах вообще ходили. Так они, я когда их на стол, гости пришли, помнишь, положила, и гости такие, это что? Курица, ничего себе курица. То есть килограмм 7 она была вот такая здоровая. Ну, ой, 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 как красивый. Это кто, пап? Я думаю, это личинки этих. Он упал. По винограду, помню, что это. А улиток? Не улиток. Только пусть меня. Богомол. А, тебя? Мама, он да. упал. Мама, он в доме у нас очень много животных. Да, дочь. Да у нас уже и здесь, простите. Индюк меня пила. У нас уже и здесь. Не индюк меня сильно любил, а индаут. А, да. Индаут, да. Индаут. Он домашний был. Да, он меня кусал. В конце у петухи обижали, мы с Ромкой отгоняли их. Потом он самых стал бить. Завтра у нас начинается тяжелый день. Сегодня я где-то в 3 часа дня уже написала Ване в садик, когда еще вот и не ходил, что завтра. У Вани 24-го в садике комиссия, у Валеры 20-го поступления, у детей 23-го уезжают. Нам надо закончить все медицинские осмотры, нам надо все закончить. Поэтому мы завтра с папой едем, Ваньку с собой берем. У Влада еще и защита 25-го. 27-го, ты говорил. 26-го. Ну, вот такие вот у нас планы. 26-го ушел в армию.
Ты ушел 26-го? Вот когда ты ехал, утром защитил диплом, вечером... Сына, я тебя слушаю, говори, рассказывай. Вот когда папа, вот, ехал до колеса, там звук такой идет от камня, чтобы он так бегает. Бегает от колеса. Мне вот тела... Не на землю попил прав, с вами, его не переслышишь. Ну да, если что, чтоб ты был... Фотография 4-4 на 3. Да. Рома-2. Тихо-тихо, тренды тихо, так приятно слушать. И щебечет. Что-то расскажу, Рома со стороны на себя смотрит. Так же ты... Да это красиво, он, ну вот когда так-то он, это ж хорошо. Что? Как мне выйти? Как тебе воду попросить? А ты куда пошла? Я накушалась, да? Ой, ничего себе, доча! Ну, так мы сегодня вам показали, чем мы занимались вечером. Сегодня день был напряженный, поэтому в разъездах опять мы были. Уже... Ставьте лайки. Почти, почти. Да. Так что, кто с нами, это не мукбанг, но кто с нами решил тоже отведать пирожков в 9 часов вечера. Кто на диете пирожковой, приходите к нам. Что, прощаемся? До скорой встречи. Гуси услышали мой голос, я же их вечером кормлю. Сейчас пойду скоро. До скорой встречи, друзья, спокойной ночи. Максим катается на своем велосипеде, фонарик у него на спине. Сынок, тебе нравится велосипед? Очень. Очень. Доча, а тебе куда он? Нет, там есть маленькие, куда мы ездили за мороженым. Маленькие такие велосипеды. Они такие же, а что у него сзади? Фонарик на спине. А куда мы ездили за мороженым? Ну, помнишь, вчера. Вчера мы мороженое в Фикс-прайсе покупали. А там были велосипеды. Висели велосипеды такие же. Да? Одна я ничего не видела. У вас есть пока велосипеды? Ну, такой же гоночный. Я тоже. Ой, дети. Ты им завидуешь? Да. Ну, и хорошо, я тоже, может, завидую. Я тоже завидую Максиму, что он катается. За 16 тысяч кольцо драгоценное. Где? В игре. Да ты что, дочка? Мама, хочешь, у меня есть... Ты только в долги не влази, ладно? Мама, что? Мы сделали со Снежаной дом. Вот мой домик. Что сделали? Мы сделали домики себе. У меня два ребенка, муж и жена. У тебя? А у меня три. Ой-ой-ой. А у меня три. Ой-ой. Вы что-то это... Повзрослели тут мне за полдня и муж, и жена, и два ребенка. Вот и... мой дом. Кольцо очень дорогое. Мама, вот, да, вот, мама, чё? Вот дом мой. Ну, 16 тысяч. Мама. Мне папа на 19, нет, на, 8, на 17 лет совместной жизни вот дарил колечко, цепочку за 19 тысяч. Вот она. А. Мама, вот да. Мой она дом. Стоит 16 тысяч. Вот, дом. Вот она дочери. Мама, это ее бежанка, вот она дочка, вот она сын. А муж сейчас спит. А вот... Где-нибудь спит. Вот. Это папа, что ли, зовет? А вот и муж. Сейчас. Не, ну у меня украли там. Не, у меня же цепочка порвалась. Надо мама, зайти сделать. Мы богачи. Вот, вот сколько денег. Мама, вот сколько денег. Ой, очень ой. Много. Папа, ты куда собрался на мотоцикле? Вот мама. А вот один ребенок. Вот 100 тысяч. Мама, вот мой один ребенок. Ценный тоже. Мама, вот мой один ребенок, вот два ребенка. Трое детей. Да, у меня трое детей. А папа тоже решил блеснуть своим велосипедом. Упадет. Папа, что с тобой? Может, не надо? Может, да посади его. Я тоже с тобой, папа. Ой-ой-ой. Анюта, Ваня же первый. Анют, ну дочь, ну Ваня первый. Анют, а Костя второй попросился, доча. Сначала сказал Ваня, потом Костя, потом ты. Ой, пацаны. Я боюсь упасть. Да папа, наверное, не будет больше. Ой, че только нет, еще и мотоцикл достали. Я, наверное, не буду, потому что я боюсь.
есть что упаду. У нас два таких. Все, приехали. У меня вот у этих есть мотоцикл, он на улице. Мами. Он круче папы, потому что он побольше и, пока, вот. И очень сильно гоняет. Вот. Мотоцикл покруче, чем у папы? Да. А у папы нашего все такое рабочее. Папа наш труженик. Ой, представляете, что у нас тут происходит? Ой, ой, ой. 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 Моника, печенька. Ой, все, приехали. Ну все, дорогие, вот буду прощаться. Я купаться одеждой им. Ой, 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 ой. Может, богаче. До скорой встречи. Так вот у нас вечер, отдыхаем. Кто что делает, покушали. Сейчас пойду животных кормить и будем отдыхать. Вам тоже хорошего отдыха. До скорой встречи.